Стало известно имя нового главы департамента образования Орловской области. В понедельник на аппаратном совещании губернатор Андрей Клычков представил Татьяну Крымову. У нас присутствует Крымова Татьяна Владленовна. С сегодняшнего дня она будет исполняющей обязанности руководителя департамента образования. По прошествии процедур всех необходимых, тогда уже будет назначение руководителем. Я, Вадим Вячеславович, прошу сегодня представить сотрудникам департамента, ввести в курс дела. Ну и Татьяна Владленовна в 13 числа региональный педагогический совет пробует подготовиться. Татьяна Владленовна имеет большой опыт, 25 лет работы в образовании, занимала должности и в департаменте образования города Москвы, и в управлении образования окружных, и в последнее время возглавляла одну из крупнейших школ города Москвы. Надеемся, что мы сохраним все то лучшее, что есть в Орловской области, и приумножим с учетом опыта и наших задач, которые мы ставим.